За час почти два десятка вопросов. Глава города поддержал предложение провести среди молодежи конкурс на лучшую городскую скульптуру. По словам Юрия Полякова, малые архитектурные формы – это запоминающиеся образы, места, где туристы могут бесплатно сфотографироваться на память. За день до встречи идею обсуждали с профессиональными художниками. Они будут работать над обликом города наравне с архитекторами. Уже открыт конкурс на лучший проект въездных стел. Кроме того, на проходах к морю планируется установить арки. Помимо эстетической, они будут нести еще и своеобразную охранную функцию. Якорь надо закрепить эти проходы. Почему? Ну мы же с вами понимаем, город динамично развивается. Конечно, есть беда, не буду обсуждать. Эти проходы вообще нельзя было трогать никогда. Никогда. И когда-то 20 было, теперь их 16. И я с болью отношусь, если я узнаю, что там 3, 5, 10 лет назад кому-то отдали там 6 метров прохода или что. Школьники поинтересовались, смогут ли они создать аллею или парковую зону, объединившись и проведя специальную акцию по высадке деревьев. Глава муниципалитета однозначно за такую инициативу. Когда вы, молодежь, и мы организуем эту акцию, я верю, что это случится, посадим эти деревья, да, и вы будете ходить и наблюдать, сколько лет растет дерево. Для того, чтобы оно приобрело какой-то там вид и давало тень, надо там 10, 15, 20 лет, представляете? А у нас находятся умники, которые бездумно взял, спилил дерево, не понимая того, что сколько лет надо, чтобы его восстановить. Конечно, давай с удовольствием мы примем это участие. Посадив дерево собственными руками, всегда хочется сберечь его. И более того, и другие деревья захочется сберечь. А зеленая зона – это экология, это здоровье, это благополучие. Поэтому, конечно, это имеет очень большой глубокий смысл. Юрий Поляков поддержал волонтерское движение. Заявил, что рассчитывает на участие добровольцев в мероприятиях чемпионата мира по футболу. В городе-курорте сегодня строятся две тренировочных площадки мирового класса, которые потом перейдут в распоряжение муниципальных спортивных школ. Отличная, очень теплая атмосфера. Не было такого, не было барьера. Я узнала, что наш новый мэр города очень заинтересован в продвижении волонтерской деятельности, так как я сама принимаю в ней участие большое, что он поддерживает многие молодежные проекты. Отличная встреча, хорошие вопросы, ребята все молодцы. Глава у нас хорошо включился в работу, и изменения в городе уже пошли. Очень плотно занялся глава изначально торговыми местами, то есть на набережной освободил. Ну и в целом вообще в городе стало как-то посерьезнее. Мы очень рады этой встрече. Запланировано много работы и будем работать вместе. Повышать электоральную активность нашу в городе, выборы, участие в выборах. Это очень важно. Председатель городского совета Леонид Кучетов считает, что уже к следующей встрече в таком формате, которая состоится через год, будут заметны перемены к лучшему. Призвал задавать больше вопросов и решать их всем вместе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.